Всем привет! Хочу показать свой альбом. Это второй альбом, который я сделала в технике скраббукинг для своей племянницы, для Дианы. Вот так вот он выглядит. Конечно, сразу говорю, то есть делала как умею, вместе с сестрой, вместе подсказывала мне все. И сама делала, что придумала, то придумала. В общем, поэтому как бы вот так вот он тоненький. Там всего 4 странички. Ну, я старалась, чтобы все было очень аккуратно. Это альбом на день рождения. Дианы будет 3 года. Вот мы, как бы я решила сделать ей подарок такой на 3 года. Ну, давайте начнем. Первое. Ну, вот так вот он выглядит, первый разворот, да? Конечно, может, сочетание цветов пока страдает, но это не самое главное. В общем, значит, вот так. Праздник. Все штампы делала. Вот это набрызгивала, вот так. Здесь вот так открывается. И сюда можно фотографии 10 на 15. Ну, конечно, без фотографии оно смотрится не так, как с фото. Было бы красивее, конечно, уже совсем другой вид. Здесь с помощью такого анкера, ну, это тоже вот раз-два фотография, здесь 3-4. И здесь можно запись каждой фотографии сделать. Вот. Украсила, значит, кое-где стразиками маленькими, бабочками украсила. Вот стразики, цветочки, в общем, чтобы красиво было. Следующая страничка вот такая. В принципе, почти в одном цветовой гамме, так что это уже прогресс. Вот здесь открывается тоже на такие два маленьких анкера. Вот здесь девочка с днем рождения, значит. И вот так поднимается, открывается. Здесь тоже надпись. И вот фотографии вот так идут. Причем вот тут тоже можно фотографию сделать. Вот. Тоже закрываешь на эти штучки. Следующая страничка вот такая. Здесь можно поставить число. Ну, это все будет одного числа, но как бы... И вот, вот так вот выдвигаются для фотографий. И сюда тоже, кстати, можно фотографию сделать. Здесь тоже можно сделать какую-то запись. И украшено такими полубусинками красивыми. Так, следующая страничка. Что тут у меня? Вот. Ну, такая красота. Старалась. В общем, смотрите. Здесь у меня, значит, девочка такая. Вот я ее украсила тоже бабочкой, бантиками. Вот тут киська. Вот. Киська здесь. И киська, соответственно, вот, вот здесь. Вот так вот эта страничка вот вообще выглядит. Поздравляю, тут вот такие сердечки. Тут вот я отметила праздник. Это конвертик, в который, вот, в который можно кучу фотографий засунуть, сколько тебе пожелаешь. Девочка вот украсила я ее тоже маленьким таким вот красивым цветочком. И здесь маленькая книжечка. Здесь можно тоже фотографии. Раз, два, три, четыре. 4 фотографии можно. Здесь можно сделать какую-то запись. Вот так. Вот здесь вот такая страница. Тоже с днем рождения. Весь альбом посвящен дню рождения Дианы. И здесь маленькие две книжечки. Одна для фотографии в длину. Вот таких. Видите, тоже 2-3 жирафика. Все это на спененный скотч. Красивенько. Вот украсила цветным красивым скотчем. Вот такая маленькая книжечка здесь. Вот. И вторая книжечка по горизонтали. Вот такая тоже кис маленькая. Тут что-то написать можно. И вот тоже маленькая для фотографий. Две книжечки получилось. Здесь вот так красиво сделала конфетки. Мороженка сделала. Вот эти такой кармашек. Это я подарю Диане, когда ей будет 3 годика. В ноябре. Следующая страничка вот такая. Красота. Вот, смотрите. Красота. На мой взгляд. Не знаю, как вам. А я очень старалась. Вот смотрите, я здесь по совету сестры. Ей очень хотелось, чтобы у нее были всякие красивые бусинки, красивые блестящие капельки. Вот я их сделала, поприклеивала. Здесь закрывается вот так вот на веревочку. Вот видите, раскручивается. Это все пуговки. Вот смотрите, какая пуговка. Тут вот так вот. Цветочками пуговки. Здесь можно запись. И здесь фотографии идут вот так вот водопадом. Таким косым, косым водопадом. Вот так. Видите? Вот. А потом можно обратно вот так вот закрыть. Вот. И
последняя страница. Вот такая. Десерт. Тут можно тортик, вот фотографии с тортиком. Видите, тоже все полубусинки. Красиво. Это красивый скотч украшения. Здесь можно запись красивую, какой-нибудь что-то о чем-то. Здесь вот так закрывается на анкер такой с цветочком. И вот с такой вот там тоже нарисовано красиво. Эти бантик. Вот, вот так. И здесь открываются вот так фотографии. Видите? Вот так. Тоже очень много фотографий. Для одного дня здесь тьма фотографий помещается. Вот. Вот и все. Вот такой. И вокруг мне по всему альбому вот такие маленькие драгоценные полубусинки, или как они называются, сделаны. Вот. Вот так вот. Вот такой альбом. Для своей любимой племянницы. Купила вот эти вот уголки. Красивые одела. Мы с сестрой вместе подумали, как сделаем обложку. Она советовала, вот ей хотелось, чтобы был ежик, чтобы были тут же тоже полубусинки. Вот они, вот я украшала. Они вот тут снизу с красивыми этими пришивала. Здесь красивая ленточка. В общем, красота. Ну, такой вот красивый альбом в технике скраббукинг. Надеюсь, вам тоже он понравился. Спасибо.